На данный момент вы предоставляете платную услугу, правильно? С точки А в точку Б. Да. Но. Да. А пить алкогольные напитки... Закона не существует такого. Его, может, и не будет существовать, но я запрещаю пить тогда пиво в моей машине. Тогда вы не имеете права предоставлять услугу. Почему? Платную. Почему? Платную. А где в законе? А где в законе написано, что я? А где написано, что нельзя? Ну, а где написано, что можно? А где написано, что нельзя? Девушка, если мы сейчас дальше будем продолжать на таких на повышенных тонах, там полковник, подполковник, мне угрожать не надо. В чем я начал? В чем я начал первым? Я запрещаю пить спиртные алкогольные напитки в своей машине? Я 10 лет служу в полиции, я знаю, что такое закон. Я рад за вас. А я за вас. Я рад за вас. Вы не имеете права запрещать. Имею право запрещать. Нет, не имею права. К вам по-человечески относятся, а вы сидите как быдло колхозное. Я сказал нет. Ты, блядь, кто такой, что ты мне сказал? Нет. Валите нахрен работать в другую сферу. Хрена вы пришли в сферу обслуживания работать. В моей машине, не надо повышать идите на меня голос. Нахрен, работай, идите вы, муж, нахрен, понятно, нахрен, товарищ идите. Полковник. Баба у тебя не отсосала, походу, сегодня. Отсосала, наверное, ты пересосала. Тихо. Что, блядь, ты что лезешь? Ах ты, блядь. Тихо. Кто сейчас отсосет, у меня, тихо, а? Ты что, блядь? Я, блядь, отсосала. Тихо. Ах ты, сука, я тебя оскорбляла, блядь. Пошла вон с моей машины, блядь. Тихо. Убери ее отсюда. Я тебя оскорбляла? Я, блядь, отсосала, а? Где я отсюда? Я отсосала, блядь. Где отсюда? Ты у кого сосал, блядь? Сука, крыса ебаная, блядь. Крыса ебаная, ты, блядь. Ты сама крыса, блядь. Тихо. Сука, шмара ты, блядь, позорная. Пожалуйста. Тихо. Я застрелю нахуй сейчас. Ну стреляй. Застрелю. Стреляй. Я за это нихуя не буду. Стреляй. Тихо. Стреляй.